канале Ализа Джой Чанел. Сегодня мы будем лепить робота под названием Рос из книги «Дикий робот». Итак, нам понадобится белый пластилин, серый пластилин и 5 зубочисток. 4 из них нам понадобится, чтобы просто соединять части робота. Остальные, чтобы добавлять всякие details. Итак, давайте начнем. Сначала давайте возьмем небольшой кусочек, чтобы мы смогли слепить голову нашего робота. Так, сначала сделаем круг. Вот такой. Теперь надо с каждого угла немножко вместе поставить. Вот так. Или можно вот так просто соединять. Ну, у нас должен получиться квадратик. У меня получился вот такой квадратик. Дальше давайте слепим тело нашего робота. Отрежем еще один кусочек побольше. И теперь нам надо опять сделать шарик. Вот такой. Теперь давайте приплющим немножко с этих сторон и сделаем такой овальный вот здесь низ, чтобы был как круглый. А сверху мы должны отрезать ту часть сверху. Отлично. У меня... Еще можно опять немножко со сторон, с передней и задней приплюснуть, чтобы он был немножко побольше. У меня получилось вот такое тело. Дальше давайте сделаем руки нашего робота. Так, берем пластилин. И вот так делаем. Делаем такую колбасочку и прорезаем в 2 половинки. Теперь я бы хотела сразу в эти наши колбасочки. Хотя нет, так не получится. Надо просто приплюснуть. Немножко это долго. Теперь вставить зубочистку. Вот прям на краешке и обкрутить этой нашей зубочисткой каркас нашего робота. Но надо оставить небольшое вот такое место, чтобы мы могли кулаки ее туда вставить.
меня получилась вот такая рука. Теперь делаем такую же, только вторую. И таким же образом надо если вы не можете сделать этот каркас нашего робота, тогда вы можете спросить взрослых, чтобы они могли вам помочь. Вот. Теперь давайте сделаем ноги таким же образом. Берем две зубочистки. Сплющиваем серый пластилин. Ну, всем, кто интересен в книгах, ну, про роботов всяких там. Или про приключения, эта книга как раз тогда для вас. Там приключения с роботом, а еще кто любит животных, природу, механизмы, то эта книга для этих людей. В этой книге есть две части. Первая – дикий робот, и вторая – спасение дикого робота. Так вот у меня получилась моя ножка. Поставим рядом. Так, ребята, у Роз было две модели. Да, нашего робота зовут Роз, как из книги. Розу 7134. Вот так нашу Роз зовут, это ее модель. Ну вот, у нее получилась вторая модель без номера. Ее создательница сделала, поэтому... Ну вот, поэтому... У нее нет кнопки на затылке, поэтому мы ее не слепим. Если вы хотите, то вы можете сделать ее, но я не хочу лепить. И номера тоже, если вы захотите, тоже не надо. Так, вот такая моя вторая ножка вышла, получилась. Итак, теперь самая интересная часть. Берем наше тело. И вставляем в него вещи. Ну, а перед тем, как это мы сделаем, давайте опять же возьмем наши ноги и сделаем стопы.
Да. Это чуть-чуть сложно. Но ведь люди не сдаются, правильно? Как и Рос. И, кстати, она попала на остров. Она там жила всю свою жизнь. Ну, конечно, не всю свою, но большинство времени она прожила на своем родном острове. Узнаете вы, как она туда попала, если вы купите книгу. Или закажете, или одолжите у кого-то, или в библиотеке возьмете. Ну, а я именно взяла русскую версию, потому что я именно на русском хотела. Вот такая у меня нога получилась. Теперь давайте сделаем вторую стопу. Итак, теперь возьмем наши руки и сделаем для нашей Роз кулаки. Просто шарики вставляем в место, где будут кулаки. Вот так. И на второй ножке. То есть ручки. Вот так у меня получилось две ручки и две ножки. Теперь давайте возьмем нашу специальную зубочистку и сделаем три линии. Хотя давайте три линии от самого начала до самого конца. Вот такая рука с пальцами как будто. Вот так. Да. Теперь берем наше тело. И интересный момент. Вставляем наши части тела внутрь тела. Вот так. Но... давайте сделаем наше тело побольше, потому что надо будет много в нем деталей добавлять. Поэтому да. Делаем все заново. Ну, в этом ничего плохого. И так как мы взяли 5 зубочисток, ну, 4 для ног и рук, а 5-ю для так,
для всяких вещей. Если она не сильно измазана, тогда вы можете ей голову прицепить. Так я сделала мое тело уже. Вот. И давайте вставим в него наши ножки. Рост как раз стоит. Вот, смотрите, она стоит. Теперь давайте руки ей дадим. И вторую. И сверху давайте немножко налепим пластилина, чтобы на всякий случай. Не упала. Вот так. И голову. Ну, еще не все. Мы голове нашей должны добавить глаза. У нее такие белые просто фонарики. Вот так. И берем, последний раз используем эту зубочистку и рисуем ротик. Берем зубочистку, вот такое лицо получилось. Теперь вниз головы вставляем зубочистку и так. И вниз. Я лучше сначала зубочистку вниз ставить. Да, видно. Мы ей ногу залепим. Она, кстати, может головой тебе поворачивать. Вот. Есть. Итак, готовы? Включается. Привет, я Розум 71.
34. Я выучила язык животных. Итак, всем удачи, всем пока-пока. И в следующей серии мы будем лепить гусенка сына. Ну, сын красноклювик, который приручила Роз. Всем пока!